Да можете не париться, блин. Ты хочешь, ты залонишь? Сколько у Конечно, тебя, блин. подожди. Дай. Что-то бодают, блин, что бодаетесь? Всё, давай бухой тогда на На замену. нахуй, все. Все, ладно, я понял. Я понял. Козел. Шнурки. Шнурки в рейс. Вишер, теперь какие тебе шмотки нужны? Так нечестно. Токен, да? Токен. Выпал токен один. 700. Лицо хилу, я думаю, нужен. Его. Вишер 700. Раз. 700. Два. Блин, Свишер. Наверное, все-таки в любом случае тебя заменю. Почему? Потому что я не могу вас взять сразу вместе с капитаном нефтью, потому что это будет по ДПС в жопа. Да, плюс тем более скоро это 10 будет. Капитан нефти нужна проходка сделать. В следующий раз, когда пойдем, там уже буду больше смотреть по ДПС. Не, смотри, смотри, можно сейчас, вот именно на этот трай, на один трай написать, взять самых сильных хитов, самых-самых, а потом на 49, ну вдруг там 49 из 50 будет, то там уже типа смотреть. Понимаешь, есть одна проблема. Когда манипли не отписывает, надо его пикнуть, наверное, за это. Когда мы? Мистер Бонд, ты в дичи? Если в дичи, заходи. Яды не меняешь. Марухич тоже тут, да? Да, по ДПС у всех хорошо здесь дамажит. Мистер Бонд мне нужен. Или Кадама. Мистер Бонд, Кадама, заходите. Его пришел, было спать. Когда мы, мистер Бонд? Мистер Бонд, вы все где-то? Когда мы в дичи? Когда мы, мистер Бонд? Алло, блин. Сука. Ты смотри, не мало взял все по ночам. То, что сняли, то заработал. Марухич, Марухич. 1010. Блять, ну вот что сейчас делать? Враска, ты напуливал здесь мобов? Мистер Бонд, Кадама. Все, короче, последний раз спрашиваю, если их нет, кикаем их. А ты ДС им писал? Да. Я сейчас мистер Бонду еще наберу. Один. Сейчас буквально 30 секунд, если нет, то будем гулять. Отбегу к Рну.
Успеешь, все равно с ума не придется там. Это, Саня, ты использовал макросы на ГП или ЕП? Да там 2 часа. Далаус. Там как-то просто спрашивали, а я отвечаю, потом глянул, у меня в итоге выключен был. Тут почти всех выключил. Так и на всякий случай, вдруг там ману залить или что-то такое. Слышно меня? Слышно меня? Да. Так, нужен еще один человек на замену. Обязательно. Сейчас мистер Бон зашел. Так, Кодама как хочет, не хочет типа получать как хочет. Так. Марсес, ждите. Напиши что-нибудь здесь, ждите. Сейчас почистим. Вот без... Они ждите. Марсес не здесь. Тебе сняли свишер за запу. 700 меньше. Я только что снял. Ты же запу забрал. А, блядь, которых нет, все, сорян. Сука, там какой-то подстрекатель пиздюк. Сказал, что мы не сняли. Кто его помнит, блядь, торги снимал? Пишите, пишите. Сейчас верну. О чем речь вообще? Да я там к свитеру минус порвал. Минус 700, почему? Посмотрите, босса не запульте. Так, мистер Ремибонд, мне нужен в рейде. И кого-то нужно на замену отправить. Сука. Паски все равно сейчас вам все раздадут заново. Да, давай. Блядь, кого отправить? Слушай, погоди, я тут Егорку сейчас напишу. Может, Егорка зайдет на ханта. Меня можно замену ставить, я все равно плачу, типа, ну, и выиграл. Мацес не в дисе, эмобой вижу в дисе, подпишитесь так же. Трояныч, а? Хитр ты, однако. У меня ЕБ не будет, я в рейды ходить не буду, буду за ней менее сидеть и лутать ЕБ, и все. Так, не, просто, а кого еще заменять? Я просто, ну, я продолжил комитет, гляди, давай, давай. Будрейвен, у тебя убит босс, это. Блять. Ну, чё ты съёбываться, у Макса убит, и у него времени мало. Макс, иди на замену, мистер Бонд влияет, всё. Реально, плохо, типа, замена. Всё. Первых 5 патчей сумойте, Браска,
Враска, слушай, именно для тебя, в первую очередь. Макс, улетай, если что. У тебя все равно тем более времени мало. Мистер Бонда, good help, Враску сумманить. Враска. Если что, плачь. Не все будут не пешкать. Скажем так, те, кто постоянно в рейде только ходит. Если выпадет. Так. Да? Тогда цены меняются все. Нет, только сейчас людей уже хватает, а то постоянно время ходит, но... Ладно, да, мы еще не выбили плащ. Смотрите, ребят. Теперь, Враска, ты будешь напуливать мобов. Что это значит? Ты запоминаешь цель хики и должен будет подавать напул. Чем выходят мобы, тебе Ренессанс будет говорить, ты должен будет напуливать. Ты не бьешь босса, напуливаешь мобов. Мистер Бонд, сделай себе топор еще с этим, с ядом. Понял, Вранска? Там нужно нормально так напуливать. Босса бьешь, напуливаешь мобов, когда они выходят. Тебе заранее говорят, вышли мобы, ты напуливаешь их. Понятно? Босса не бьешь, бьешь именно мобов, напуливаешь их на хиты. Этот момент понятен? Так он же был же с нами. Да, и смотри, не позбивай сферки лишние. Также, Вранска. Будет напуливать вот с этой стороны слева. Мистер Бонд, ты будешь помогать ему с этой стороны. Саня, я на замене? Нет. Просто инсту полный. Бавка в рейде еще съебал, Макс. Потому что... Лечи на замене. Точнее, он очень сильно съебался, короче. Все, лети, Макс. Так он на ФК гнил. А, ладно, ничего. Черт. Стрекать. Какой обратно, Макс? Если ты не сможешь, то какой обратно? Никто тебе давать тогда ИП. Не за что давать. Этот. Короче. Смотрите, бой мы будем начинать. Все бьют тупо по нубу. Смотрите, никто не сбейте лишние сверху. Паша Буревестник, пойдешь в рамбе сразу. Ладно, я сам собью, не надо. Собью в рамбе сферку. Я бью тупануба. Враска напуливает мобов слева, мистер Бонд на подсейве. Будет помогать мобов слева напуливать. Чупа, ты тоже, если понадобится, напул оставляешь, закидываешь его в пики и идешь напуливать мобов. Это понятно тебе или нет? Будут выходить мобы, отдаешь напул и идешь их пить. В пики, на спринтах. Дальше. Бьем мобов. Выходят две пачки мобов, взрывается ануб. Ануб взорвался, выбирается какая-то цель. Все люди выбегают вначале вот сюда. Ждем, пока выбралась цель. Выбралась какая-то цель. Эта цель бежит в район... Вром. Вром. Вром тоже так же бежит Good Help. Ждет, пока ануб подойдет к вам. На лужу не заходите, становитесь перед лужей, ждете, пока закинут вам боб. Закинули боб, ждете 2 секунды окончания боба, именно 2. Запрыгиваете на лужу. Весь остальной рейд должен уже стоять либо на луже, либо за лужей, чтобы мелкий трэш шел через лужу. Как только та лужа в рамбе взорвалась, все выбежали с лужи. Милики, вот к этой стороне РДДшники могут сюда спуститься. Выбралась другая цель. Другая цель взрывает лужу в районе квадрата. В квадрате разобьет лужу Юи после того, как ануб пойдет вперед. То же самое. Вторая цель побежала к квадрату, стала перед лужей, ждет боба. Закинули боб. 2 секунды окончания боба, забежали на лужу. Весь остальной ред должен за это время добить мелкий трэш и выбежать вот сюда. Ждет потом, пока третий моб, пока третьего человека выберет. Третий человек просто убегает вот в эту сторону. Но не через рей. Все остальные играют по мобу. В это время весь остальной рейд смещается в сторону. Весь остальной рейд смещается сюда и играет по мелкому трэшу. Мелкий трэш в приоритете всегда. Так вот, потом ануб вылазит. Мы добиваем мелкий трэш, если он остался. Опять бьем тупо по анубу. Он 2 пачки мобов вышло, все то же самое. Ануб зарылся, выбежали в центр.
выбирается какая-то цель, уже бежит Майлик закидывать боб. Майлик и человек, которого выбрала. В район ромба. Все то же самое, вся пачка льет в кресту трэш. Потом опять выбирается цель, опять в квадрате будем разбивать. И закидывает уже боб Сатсуне. То есть первый боб Гошхелл, второй Вакати, третий Майлик, четвертый Сатсуне. И опять последний человек, которого выберет Ануб, это третий будет на второй закопке уже, просто убегает. Потом мы все становимся под Ануба, под жопу прям. Кроме хантов. Ханты чуть на ренже держатся, чтобы напуливать мобов. Смотрите, лишние сверки ни в коем случае не сбейте. И напуливаете мобов на хики, продолжаете. Мавар будет прохиливать их, и Майлик будет помогать. Не, Майлик будет на танках, тупо Гудхелп будет помогать. Все хилы, кроме Майлик, кроме Буревестника и Мавара, зайдут под танка. Под танка. Ренессанс, Юра, с тебя анонсит мобов, когда заходят. Теперь все кидайте обмен Майлику за саппротом. И все пьют саппрот. Чупа. Здесь, здесь. Ставлю рыбу. Давайте ребаф. Давай микрон по капитан нефти МК-шку. Капитан нефти по мне закидывай, а я закину по джанку. Ешьте рыбу. Припоты будете пить на первую секунду. Да будут тебе анонсить, мистер, задолбал, блин. И дайте все по очереди Майлику обмен. Тут не хватит столько. Ты сколько? Ты 26 давал. Хорошо, я остальные додам. Я ты только запоминай, Ники. Скибиди кидает еще обмены. За саппротом, кто не взял. Да, Юи в танке. И Петя в танке. Вот, на Юи печеньку поставим. Так, теперь, кому ни хрена непонятно здесь? Может, чтобы не проебать шанс. Прости, Саша, перебиваю. Ребят, потому что саппрот, дайте просто скибиди, я вам дам. Давайте, давайте, быстрее, быстрее, дайте время. Этот спрот не подходит. Капитан нефти. Стою рядом с кабаном, ребята. Да. Чупа, здесь сапрот пьется, как сколько раз говорить. Кидай обмен за Майлику за сапротом, либо скибиди. Дальше, давай, следующий. Нет. Я же сказал, кому кидать обмен, вы как слушаете. Обмен скибиди, либо Майлику. Не надо покупать, кидай обмен просто. Дадут. Мы уже складки выдаем. Просто обмен, киньте, за саппротом все. Чтоб все вот сейчас всех было выпито саппротом. Враска, Троянский, Юрий. Трое подошли, кто еще? Я выпил. Омикрон. Да, Миша, ты сейчас я просто тебя поменяю, трейд, блин. Это ты должен делать. Миша, блядь, иди на тебя назад, пожалуйста, блядь. Кабану. Омикрон нормальный саппрот выпей тоже. А, понял. Понял, тогда оставь. Ну быстрее, Троянский, Юи, Майлик, Вакати, Суны, Войт, Чупа, Полинор. Эти люди без саппрота. Меня я показывают. Я сам перетрубил. Ты там был, да? И видит. А сейчас выпейте, какая разница? Ну выпейте, чтобы был показывал Адон у меня. Все равно же будем... Все. Еще Войт Спирит без саппрота тоже. Все выпили. Теперь, кому что было непонятно из того, что я рассказывал. Ты первый, да, закидываешь боб. Слушай, Саш, мы все забегаем под босса на третьей фазе хилы. Все под босса, кроме Буревестника и Мавара. По ССам, если дойдем до третьей фазы, Джан закидывает на Враску, будет Рейвен на Ренессанса, вот Рхаус закинешь на Майлика. Так, погоди. Паш, ты будешь, да, стоять тотем, как всегда, на этот, на... Хорошо, то я меняю. Припоты пуляешь Юи прямо по слову пу, это первый момент. Припоты нажимаете все на первой секунде. Смотрите, раньше никто не запульте босса, а то сразу минус дам. ПС-ку давай. Давай джанку так, как и давал. Так, теперь готовность. Так, дальше. Шаманы, погоди, шаманы. Я тебе дам, Жень. Все.
Враска с тебя на пул справа. Слева, точнее, мобов. Ренессанс справа. Мастер Бонд на помощь слева. Ну, на первый фазок. Секунду. Гадхелп, ты на мне частицу держишь? Нет, Вадим. Мэлик. Мэлик будет тебя прохилить. Мэлик на танках. Гудхелп. Эти. Мэлик, где ты, Мэлик? Попрыгай. И это самое. Полимор, кинь, полимор, кинь, пожалуйста, на любого из хантов свои шары. Все, еще раз готовность. Саня, что ты лог делает? Он сферы забывает или что? Лог? Ты какого хрена там делаешь? Ультрахаус. Так, ты тактику понял? Тактику вообще знает? Да какого хрена ты в крышу постоял? Что, конец? Ну, блядь. Вот, это возможно. Кто стой? СС. Я же тебе сказал, Будрейвен на Ренессанс, Джанк на Враску, ты закинешь на Майлика. Когда начнется третья фаза. В принципе, можешь сейчас закинуть. Саша, подожди, перебивай, Саша. А может на третьей фазе кинуть шары на хантов, чтобы, блядь, их там хилило? Ну давай, один, два можно. Шар, давай тогда буревестик Паш перекинь, потом на Ренессанс там свой шарик, а я кину на GoHelp, чтобы прохиливал. Стоял. Ага, давай, все. Пятая пати. Майлик. Все. Готовность на пол. На первой секунде все пьют приход. Waterhouse, Джанг, чего не хватает? Джанг. Все, все готовы, тихо, не агритесь. Так. Все, пошел пул. На первой секунде сопрота на своле пул пуляешь. Поехали. Мобы через 4 секунды враска уже приготовился напуливать. Далеко слишком не убегает. Хитни на пул, если что. А, ребят, шаманы, здесь сатана все прохилить будет танков. Вы сильно ману не тратите свою. Здесь сейчас хилит ДЦ, хилит и паладин хилит, все. Не гонитесь за ХПС. Следующая моба через 20 секунд. Омикрон, где бурсты твои? Давай прям, где должен был, да, ПКД бурсти в ботом. Ты в холоде аркан. Помощники через 5 секунд приготовились ханты. Враска и Ренессанс. Враска потом, когда третья фаза начнется, так далеко не убивай, не убегай, тебя не похилят просто, если ты будешь так далеко убегать. Все, играем тупо по боссу. Через 9 секунд взрывания, что-то по ДПС кисло как-то. Разгоню. 73% все в центр выжили. Момов, не бейте ваших ребят. Не меня это врывайся, ребят, не врывайся, а погодите пока. Waterhouse побежал. И Good Help вместе с ним. Сверки. Все перебежали остальные на другую сторону РДДшника. Играем через ОУЕ. Выбежали милики с Сацуны, по Сацуны закинет локати. Все, все в центр побежали, поставил на себя квадратик, за квадратиком бегать. Третий человек, который выглядит, просто убегает на фул рендж. Изморский убежал через рейд только. Смотри, плечи сдохнет, Waterhouse. Аккуратно. Видите, блядь, додик какой-то, а? Стоит, блядь. Добейте мелкий трэш. Да, такой вообще какая-то параша. Я потерял звука, блядь, вы чё делаете, блядь? Ста, блядь. Я его грибану сюда поближе. Давай. Второй гриб готовьте. Юи тоже грибни сейчас жука. Апокалипсис. Там мелкий еще живой, алло. Ну так я его грибаю.
Да потому что кто-то зафирял Огнен. Так у нас так он сейчас. Бурсты по КД отдаете. Босса. Помощники через 4 секунды. Или ДПС говно, да. Ну а ты убили, мы 50 вообще. Рутин. А чё, кто-то? Вок 7000 Матерхаус. Какого команда 7000? Майлик. В хите. Петя, выбежи, разбей сверху где-нибудь, любую. По нему боб дали. Сука. Серьезно? Так это ухо. Молодцы. Ну а теперь можем брать любых, короче, и пусть ебутся. Ага, брали топчиков и ДПС. Да, нету. Топчики, я топчиков, не знаю. Не топчиков, я, блядь, дизайн набрал, блядь, вон этих ватерхаусов, блин. Ну, это будет. Кто на пул отдал? На пул не отдаете на хики, на когда он зарывается. Или Петя сейчас сразу выбрал первую цель? Его первую цель выбрал. Да, ну, немножко, не его первая цель, но вот боб прям вообще не в тему. Так он уже начал активно. И такой вопрос, что непонятно, не забегать на лужу, пока не выберется новая цель. Как вы там поздыхали, половина людей? Мы могли еще с этой ситуации выйти, если бы вы не затупили. Да, Саш, нет, Саш, там они все были рядом с Петей, Саш, это нет. Петя, ну, так я шутил, какого хрена вы были? Вы все возле Пети. Петя уже вышел. Он вышел, успел выйти. Ты меня не понял, я сказал всем выбегать вначале в центр. Ну, это другой вопрос. Давай, блядь, всем. Всем давай прям, блядь, по косарю. Пошли дальше. Я не знаю, что там лог, блядь, стоит, блядь, на шипах, стоит, ждет, пока шипы дерзня пройдут. Да ладно, что там, на 45 еще пухи падают. Да, лотарет. Здесь было другое, здесь там, блядь, тоже могли позакрыть 50 из 50. Ну, это, когда-то последний раз, когда я взял людей, тех, которые не дамажат. Дальше буду брать больше, кто дамажит. На нуба, по крайней мере, точно. И потихоньку одевать тех, кто не дамажит. Бля, лок 4-4. Да это пиздец какой-то. Чего не бьет тогда? Купите рыбу. Еще раз, не на пулы, когда нуб зарывается, никто не отдает. Ну, сейчас, если так же даст ДПС, поменяем. Ну, он просто в это в трэш не играл. В этот, да, который на Пете был. А, еще лучше. Так нахера нам такие люди тогда нужны? Вообще здесь. Также, если выбирается Петя целью, почему я сказал вам всем вначале выбегать в центр? Еще раз увижу, кто раньше побежит в крест, сразу буду минусовать ИП. Вот сюда выбегаете. Вот если такой момент будет, вас всех не поубивало. Петя выбежит с лужи, ему кридом закинете быстро. И закинете боб. Где-нибудь забьется сферка, он забежит на него. Понимаешь, если Петя боб дадут, все жуки на нас перепрыгнут. И все. Понимаю. Либо просто разобьем эту сферку вместе с жуками.
Петя разобьет и грипнем еще одну под него. Здесь в любом случае там не должно быть. Слушай, давай, не надо. Тоже давай минус, когда люди бежаков не пьют, когда все бегут сразу к Анову. Так, так и будет. Минус за все будет. Чего не хватает? А, Вадим, вылетел. Заходи, Вадим, будем пулять. О, мистер Бонд здесь, нихуя себе. Сколько лет, сколько зим. Не жалейте, бурсты, не жалейте припоты. Припоты 2 должно быть, нажато. И нормальный ДПС должен быть. Он еще кому трогает, нихуя себе. Вадим, готов или нет? Все, все готовы. Даю ДБМПу на первой секунде. Пьете припоты. Чуть рановато, ну ладно. Блин, надеюсь, что не заруин. Жуки через 3 секунды. Враска приготовь. Напулы отдали. Я же хоть весь 23 секунды. Есть секунд, Юку. Жуки вышли. Враска, Ренессанс, на пулы отдали. Все, больше не напуливайте на Петю вообще пока. Ну, другое дело по ДПФ. Процент на 4 даже больше снесли, чем в прошлый раз. Выбежали в центр, все ждете цель, пока выберется. Войд побежал, God Help вместе с Войдом. Все играют по трэшу. Абсолютно все. Ю из тебя сбить в квадрате сверху. На пулы не отдаете до сих пор. У Пети именно. Буревестник побежал. Кто сферу разбил? Waterhouse побежал. Эту сферу тоже нужно будет разбить. Шнурки очень много набрало. Следующий человек, третий, должен будет разбить сферу. Из морской дать БР по шнуркам. Следующий человек, которого выберет Анук, должен разбить эту сферу, которую разбили. Чупа, забеги на эту сферу. Все... Он выкопался. Пиздец. Очень много трэша. Я вообще не играю. Добивайте трэш. На пулы отдали. Играем по боссу. Смотрите, вы когда бьете АОЕ-ками, вы приоритетом заливаете мелкий трэш, небольшой, большой сам сдохнет, уберите мелкий трэш, когда вы бьете в кресту, на пулы скоро приготовили. СС-ы также раздайте. Зачем на мини-СС? Не знаю. Чувак сам по себе. Выбежали в центр. Юи побежал. Вместе с Юи и Мейлик. Так, там сферка, значит, не разбита, я разобью.
Ага, не разобью. Выбегайте там, где Юи почти. Капитан Невси побежал. Возле Юи будет сфера. Раньше, да, раньше ему Боб закиньте, только раньше. Макати. Все, вот сфера разбит. Смотри, капитан Невси. Я еще сферу тоже нужно будет разбить, если что. Которая лизит уже на земле. Все, человек, которого выберет, сразу забегай на сферу. Джанг побежал. А что ты на эту сферу? На какую? Сука. Пробуем. Давай. Мелкий трэш, убейте в приоритете. Юи, не сюда ведешь босса, веди уже в стенку. Не в эту стенку, в левее которой. Мелкий трэш добили. Еще и веди по стенке. В сторону креста веди. Ты не можешь скинуть? От тебя справа. Еще больше чуть-чуть подведи. Все под жопу стали, кроме хилов назначенных. Хэпал, Майлик, танка встань и все остальные хилы, которые не назначены. Мобы вышли. Есть вариант 20 секунд подождать? У меня 8 стаков. Да. Да, и так и будет. Мобов на пули. Климор, на этого второго ханта вешай шары. Басаки, да. Айсбаунд готовь, Юи. Только готовь пока. Давай, айсбаунд, Гера. Припод второй. Следующий готовь, good help. Good help нажимай. Мастер аур на лед тоже нажмите. Воид может гимн закастовать на ману. На хапатку. Мобы приготовьте, скоро будут. Давай, Майлик. Майлик, ты следующий. Стамину, кто может, тот снимайте. Пусики, пусики, пусики. На пулы отдали. Мастер аур еще один свободный, если есть налет. Пошарит, как стамину снять, сможете снять. Свои прожимки тоже не забывайте. Санечка, гимн на хп. Мавар который. Мапулы. Приготовьте, скоро будут. Иннер по Полинору. Из Морска. А, окей. Мапулы отдали. Один мог зафиксировать его, зафиксировать. Я могу перетянуть, надо? Попробуй. Нет. Хотя не надо, он под фером уже. Просто подфиряющий его и все. Помощники через 7 секунд последние. Свои прозынки все отдайте, кто есть. Еще мог разок зафиксировать. Майлик, вставай. На меня нет. Тыки прохит. Тыки, вот хэл. Папа, хуярьте. Не успею. Хуя, бой. Где шерсть на Майлика? Оп, камень души. Полезный камень души на ДК. Он побежал. Ой, блядь, ну... Женя, ты тоже поддерживаешь, естественно, надо петь. Всегда. Я же спрашивал, в начале боя мне сказали, держи на Юи. Четко. Я же говорил, я всегда на нем держу. Нет, повесь на Юи. Это же ваши слова были, не мои. Я тебе говорил про Юи, держи. Да. Еще и Майлик написал, держи на Юи. Ладно. Я не говорил вроде как тебе на Юи. Я просто сказал, что ты на метках, а не на Пете. Ладно. Еще раз, кто сферу? Скиньте урон по сферам. По сферу я тут бил. Сразу минус ему закинуть. Ешьте рыбу. У Юи и у меня должен быть урон по сферам. Еще.
Больше ни у кого. Еще раз напоминаю, у меня трэш должен быть сразу залит. Когда выходит небольшой, я мелкий приоритетом. Заходи, Юра, заходи. На мне бой, а. Ну там кто-то мелкий перепуляет. Эй, Саня, Лё, привет. Че, вам на помощь нужна? Не знаю. Хотя, типа, не особо. Уже. СС Майлику закинь, Жан. Вроде враска справляется, так что молодец. Окей. Поставьте в казус Монти Капитан Нефть. По Майлику один СС, второй по Гудхелпу. Джанг, ты залил? Забил. Так. Джанг по Майлику, значит, как там будут Рейвен, как там правильно. Ну, как откуда-нибудь должен откуда-нибудь. А вот сюда, пожалуйста, еще. Слушай, ребят, а если Локи ставит портал, допустим, и уходит с Анубом, потом портит портал обратно, шипы ускоряются? Ну, так, в принципе, ускоряются чуть-чуть. Не, просто и было так забить, прыгать, портал кинул, или хуяк убежал туда, хуяк обратно. Зигзаг сделал, да? Потому что я знаю, то, что если маг в глыбу, то прыгает, то эти ускоряются шипы. Капитан, не вставай быстрее, давай быстрее. Саня. Угадай, кто сферу забил с одного раза. Кто? Вражка? Нет. А? Лок. Уотерхаус? Да. Ну, ой, у него дымах, решился. Кроме тебя и меня, у него дымах еще есть по сфере. Только у него, насколько я вижу. Просто... Ладно, то есть не могу, да, я похуй, но... Еще один слаг, лоб, я тебе просто кикаю. Ну и что, у Юю тоже, не знаю. А Юю должен быть. А, ну все, тогда у него. Тогда крыса. Вы шкурники. Да давай быстрее, капитан. Я там такие танцы с этими мобами вродил. А вас один какой-то загрыз, да? Это лог, которого ты добрал, Женек. Это твой знакомый какой-то? Или вообще нет? Нахер ты его добрал тогда? А, понял. Пошел нахуй. Пидор какой-то, да? Это он заполил этот лог? А, это не он, это Враска, да? Просто зашел нахуй. За что? Просто... Это минус ЕП Враска сразу? Да, минус 500. Минус фул ЕП, блядь. Если бы это было 50-50, то возможно. Прикинь, 50-50 идем, и тут просто какая-то гнида пулит. Стали пошибить сразу. Waterhouse. Я думал, это что, он чисто стоял, прыгал. И я так и сразу и кинул. Этот джипс есть у кого-то? Да, социально в кармане. Я брал старт с игрой. Понял. Я не понял, что случилось, блядь. Театр абсурда случился. Блядь, отошел пописать, ёпта. Твой тотем запулил. Вы почти без блокера убили, блядь. Охуеть. Это что, шутка была какая-то? Что, для тебя шутка какая? Так, ребят, все хорошо, жизнь прекрасна, но мне надо... Сейчас? Ну да, у меня сгорело все, и так в духовке пока я тут. Надолго, тебя можем просто заменить. Минут на 10 точно надо. Пахлаван, заходи в рейд. Ты здесь? Чего ты? Я 1000 рублей. Сколько? 1000.
Нет, нет. Саня, Саня в этот в Хива похвалан в рейд, поставьте скаф. Похвалан дайте класку еще. Чупа, заходишь? Так, отбежал на минуту. Да, ты сбежал. Педама, давай в рейд. А нет, Саш, стой, давай, есть еще минут 5. Блять. Сразу загорело, что, чем тебе что-то надо? Ну, если надо кому-то, я уступлю, в принципе, ничего не надо. Я так чисто вам, с вами хожу за компанию. Похвалан, давай тогда обратно, с Сацуны забегай. В обратно прыгай. Давай быстрее, лок. Поставил рыбу. Да, ну если что, у меня осталось 20 минут времени. Сань. Что, в ретрика? Да, снова в ретрика. Давайте только быстрее, времени немного что, осталось. Яму, яму уже открыли. Надо сходить, блядь. Блять, блок. Готовность. На пол. Кристобав дайте, главное. Ю-ю, джанг. Ики, чего не хватает вообще? Петь. Куда хуй? Основной блок. Не отойди, Петоса. Сейчас кто-нибудь запулит снова, блин. Петя. Ебал. Да Петя сидит там хихикает, блин. СТС, от тебя, Буд Рейвен, по Гудхелпу. Со второго лока джанка, Мейлику. Локу, который постоянно косячит, а и, соответственно, Уотерхаус. Закинь по изморскому. Изморский — это не троян. Изморский — это первый апачи. Единственный код. Иса. Надо. Петя, ты тут? Давай. Я сказал, что он отошел. Срочно. Давай пульнем, короче, мне кажется, когда вайпнемся, он сразу такой, блядь, а что случилось? Ты понимаешь, у меня осталось времени не так много. То есть у меня осталось чуть-чуть времени. Ну, по факту, это возможно последний пул. Завтра, если что, добиваю. Да. Так, я тут. Типа, так, рыбу на мир. И пойдем пулять все равно. Да. Не разрешает.
имени Полинор, Апокалипсис. Ну, давайте, без очки. Петь, Жень. Жень. Да, блядь, ну угораете, ну ё-моё, ну. Короче, те, кто не предупредил, следующим будет минус ИП за АФК. Готовность на пол. Если он все без него, то пуляем без него. Долбал уже, там, блядь, хуйня. На первой секунде приплоты. Блин, я просто у Коля потерял половину. И был шот, вел босса далеко. Следующие помощники через 11 секунд. Приготовьтесь. Через 4. Вначале все в центр выбегают. Троянский побежал и вот хелп вместе с ним. Все играют приоритетом по мелкому трэшу. Дрейвен выбежал вместе с ним локатин. Все, выбежали с лужи. Мелкий трэш играем точечно сейчас. Берегите всех в кучку, чтобы они сбежали. Можете уехать. Третий человек, Мавар просто выбежал. Юй, ты. Води, сосунес. Потихоньку смещаемся там, где Ануба держим, в то место. И играем по трэшу мелкому. Сейчас хотя бы трэш нормально заливаем. Стаки не лутаете. Кого много. Пусть не забывайте, станете. Все, играем по Анубу. Следующий трэш через 28 секунд. Через 9 секунд приготовились ханты. Выбежали все в центр. Капитан Нес побежал вместе с капитаном Мэлик. Под шипы не заходите. И РДСники могут на другую сторону перебегать. Я уже это объяснял, для чего. Трэш пол через лужу. Не просто, а не лужа. Дальше Сацуна и Апокалипсис. Скибиди, скибиди, смотрите аккуратно, так и не лезь.
Сейчас в кучке так и стойте, играйте по мелкому трэшу. Человек, которого выбрало, сразу в сторону убегает. Мавар Санечка побежал. Может цель поменяться еще. Все, хорошо. Мавар побежал. Смещаемся потихоньку к нубу, но трэш по трэшу играем. Там дальний еще идет, его грип надо будет. Коль, чуть-чуть левее от тебя, то есть в сторону от Пети, в любую сторону, как сможем. С Пети сейчас спалом моих. Да, обновите там частицы. Могу через 18 секунд. Все, все остальные под жопу стали. Все прям люди под жопу босса. Кроме хантов и людей, которые должны стоять. Не под жопу. Через 3 секунды моба. Приготовься, Юи, первое отдавать. Гера, айсбаум. Бурста. Мастер аур на лед, у кого есть свободный. Моб через 20 секунд. Моб ушел, зафиряйте его. Ребенок? Давай, Майлик. Массакру. Я зафирю. Блять, не могу. Бэр по Сацуне отдай. Полинора Риба. Из Моцки. Фирьте моба. Давай, Сань, ты. Так, God Help, если есть свободный. Давай, Массакру. Их уже давал. Мастера урна лед. Тоже не забудьте. Иннер, гин на хп. Войд. Мавар. Юи прохильте. Войд, гин на ману. Там пофирять нужно будет. А выкачать тоже до. Мы в 5 хилов идем. Я забрал. Рейс. Бревесика похильте. Мэлик, вставай. Good help. Я уже вставал. Пали, блядь. И последний трай. Метки почти. На мне два раза метка, я два раза метки отдыхал. Ходить. Пали сразу стали побежали бить. Пока что этот, пока ну всех не убьет, никто не встает, чтоб не выкинуло. А будет бум. Ну, не хиляйте, уходите. Вставайте теперь и заходите. У нас второй раз трай, короче, хилы умирают. Смотри, Коль, не подводи так близко к нубу и держи не прямо возле самой стенки. Сейчас все, я ушел, я предохранил. Похвала на сум. Саня хапала. Похвала на ретике. И выбеги только из настажения. Да-да-да, уже. Похвала, ты же здесь? Похвала. Ну... Похвалан. Все, отлично. Поставь кап. Нора застимонить надо. Нефть, рыбу, рибахаем тебя и погнали. Масло не выдаем. Нету масла. Это последний трай.
Почему такие медленные? Это пиздец, бля. Чего не хватает, Войд, капитан, нет? Ты там, блядь, жук прямо на рыбе, блядь. Все, я ем. Дайте каску по рогам, просят, вытащу, блядь. А потом раздавал. Готовность, да. Земля пропала. Сука, минус 1000, блядь. Кому? Подойти, чупа. Молодец, блядь, добился возле босса. Конечно, падаем. А, падаем? Ну смотри, вот по рекаунту сейчас бьет омикрон. Чупа запулил, я 100% это видел. Ну нет, он не запулил, он на него бьет. Я тебе говорил, что... Я увидел его. Я тоже видел, что Чупа запулил, можешь ничего не говорить. То, что босс его в цель выбрал, это не значит, что он запулил. Почему маг? У меня в рекаунте одна строка была, Чуп. А, ну ладно. Я просто смотрю, маг хуярит, я думал, это он запулил. Это Чупа запулил, 100%. Короче, если вы здесь не хотите убивать, я ничего не понимаю, зачем мне некоторых людей глядеть в вагоне нахрен? Последний раз, блин. Какая херня. Что вы, чё, ты запулил босса? Можешь мне ничего хочешь говорить, ты запулил его. 100%. Как тут таймлайны посмотреть, блядь, а? Подожди, подожди, давай омикрона спросим. Омикрон, ты тут? Он после бить. Там здесь омикрон. Он после начал бить, запулил Чупа 100%. Я видел сам, по рекаунту видел. Видел по Вуду, видел, что Чупа запулил. А, понятно. То он 100% был. Бегал возле босса, крутился, правой кнопкой нажал, вот и все. Паша, вставай. Там по бобам спрашивают. Че? Ван, ты закидываешь третий боб. Четвертый даже. Первый закинет теперь Тайцуна, второй Майлик. Третий Пахован, четвертый Вакати. Да и все, нехер даже слушать. Я же говорю, видел сам. 100% видел. Следил за Вуду, следил за рекаунтом. Чупа был первый в рекаунте и был первый в Вуду. Не, понимаешь, если его кто-то спулил, он будет в ближайшую цель. Разница, хорошо, неважно, как, откуда появился урон у Чупы тогда. Первый самый. Я хуй знаю. Ну вот и все, вот тебе ответ. Да, 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 да. Ну у меня видео есть, я могу замедлить 4 раза, я потом посмотрю. Ну вот замедлишь, если не он, я верну ему, но это он 100%. Сейчас закончится рейд, я посмотрю. Так, первый я еще раз даю, да? Боб. Да. Готовность. Дали на пул этот и баф дали. Так, короче, Миша, ты, блядь, идешь бить сейчас или я тебя просто поменяю? Вот и все, мне уже задолбало это меня. Кто-то там не подтверждает. Потому что ты спулил, что мне не гони. Вон у нас есть видео, мы еще раз проверим. Если нет, я верну тебе. Давай, нормально, все, видео будет видно, потом покажется, верну тебе все. Давайте дальше. Не ты, не ты, наверное, что даже будешь не ты, все. Иди, Петя, Петя. Да бегу, бегу. Мне главное кнопочку вовремя нажать. Нормально. Мобы через секунду. СС дайте потом, если откатится. Да, он под конец боя должны будут СС откатиться. И лоб, который Юто Карлус, или как там тебя, Уотерхаус, закинешь на Полинора. Полинор в пятой пати саман. Он без встать, нету у него встать. Мобы через 6 секунд. 5. Ну ты, Паша, реже падал.
Блинов, блинов, почти каждый правильно знает. На пулы отдали. Взрывание через 8 секунд. Через 2 секунды. Сасуны первый. Войт спирит и Сасуны бегут. Приоритетом по мелкому трэшу играем. Это всяких касается варов там. Ну не давайте стан, пожалуйста, этим большим мобом. Ну пожалуйста. Вам это ДПС не дастся, значит 3 секунды хэст становится, которые они могут въебать себе 20-30 катов. Капитан мне слабо забежать на ледяную ловушку Юрия и выбежал. Кто второй кидает? Готовьтесь. Кидает второй похован. Хорошо. Что-то я дупанул. Сорян. Плохо сказал. Пахлаван, потом Майлюк, Майлик, и последний будет этот локать. Блять, шнурки 11, ёб твою мать. Семи порчи на сфере. Трошта! Кто вон в этом? Пуфлик. Пиздец, блядь, бурстануло нахуй. Нахуя, бля, бурстить в этот ебаный трэш, блядь, шнурки? Все нормально. Ну, просто хорошо. Нормально, блядь, один сетап. Дай этот минус тоже получит. Дай этот ему зубы, который там станет. Сейчас сферу бил, тоже будем гонять. Соло сокру по шнуркам закинь, Санька, ты. Три секунды еще я впереди конец. Три чистаки аккуратно. Эту лужу нужно будет взорвать, которая возле босса, возле... Ну да. Да, не крест, а лужу возле креста. Ну да, возле креста. Теперь выбегите все в другую сторону, чтобы Анук не шел через эту лужу. Мистер Бонд. Сбил. Сука. На 5. Блядь, какие же вы тупые. Вакати. Могут не бьем. Майлик закинешь. Блять, потом вакати просто будет кидать же. Он подбежит. Последняя сфера далеко, Юрий, ты добьешь, я красавчик. Апокалипсис сейчас побежал, я могу тебя сбить. Майлик побежал. Смотрите аккуратно, цель поменялась. Мелкий трэш играем, большой сам упадет, по мелкому играем все-таки. Станете, кто может, тот станет. Стаки не набираете. Руки 7 стаков, стоп, не. Да еб, мне кажется, я вообще похуй. Тихо. Забрали босса, доиграли, два последний мелкий гриппинг с него. Добили мелких. Заберите с меня вот этот нихнигу. Нет, там ты можешь продать, что? Что, они пропадут, стаки, просто прохиливайся пока. Чуть-чуть еще от тебя влево, то есть в противоположную сторону от креста. Как смотришь? Так, хорошо, все. Отлично. Да не надо паблом скидывать. Сейчас просто стаки пойдут. Блять, ну по 6-7 стаков хилит, пиздец. Дадим за костюм его. Сейчас стаки почти пропали, чтобы его на хилите. Коля, приготовься отдавать часть баунд. Под боссу прям под жопу все зашли. И вы куда надо зашли. Частица там на пете. Давай. Мастера ручный налет.
Вадим, отдавай. На пулы, приготовьтесь через 3 секунды, хантишки. Мистер Бонд на ПЦ или тот. Женя, good help, приготовься, нажимай. Кто шарит, как снять пристабавки, не... планету лучше ничего не делать. На пулы отдали. Теперь все свои сейвы жмете постоянно, когда. Не надо БР, капитан, нет. Не БР его. Бревеч не потрапил. На пулы, на пулы, на пулы. Два моба сорвалось. Один сорвался, Санька. Теряйте его. Еще один. Еще один сорвался. Казбейте его. Штука, штука, каст, каст, каст. Вот, касты гимнут ТП. Аня тоже кастует гимн на КП Мавар, который. Все свои сейвы не забываем нажимать на ком сферки, кто может снимать там кошами и нажимаете. Моб, 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 фер. Отдали. Мне тоже БР не надо. Ой, бля. Он прыгнул ко мне за спину. Ну почему ко мне, блядь? Всем спасибо, все молодцы. Так, Waterhouse, опять по сфере. Нет, это просто до свидания, это челик. Даже снимать ему нечего. Мистер Бонд, то, что тоже купил.